Всем доброе утро, мое доброе утро, чтобы всем было понятно, началось, видите, с чего. Ремонт мой продолжается, когда я все это уберу, я не знаю, мой мама дорогая. Я не знаю, пол туалета мне разворотили. Вот такие у меня делишки. Вот такое у меня сегодня доброе утро. Ой, еще нужно найти человека, который все это теперь поставит на место. Все это, ой, я извиняюсь, приведет в чувство. У меня сосуд лопнул на глазу. Ой, очки где-то мои светлые. Ладно, продолжение сейчас буду снимать. Я чего хочу снимать, а шумит, думаю, покажу, почему шумит. У меня тут идея возникла. Чтобы не выбрасывать. Мне нужны подставки под горячее, потому как у меня вот тут есть красивая подставочка, и она уже испортилась. Подставка под горячее испортилась от горячего. Поэтому я решила сделать Crazy Quilt, но именно на пластиночках, потому что кожаный диван, я его порчу. Ставлю чашки, порчу. Та штучка падает, гремит, когда-нибудь разобьется. У меня их несколько, они бьются. И вот я понаходила, у меня тут куча джинсов, кусочков джинса осталось от ковриков, от сидушек. И я решила сделать Crazy Quilt розу, эту розу джинсовую. Но уже как раз на маленьком, извиняюсь, запах стоит у меня в носу, все чешется. И я хочу как раз вот на маленьком размере сделать эту Crazy розу. Поэтому я сейчас буду нарезать, потом включусь и буду показывать. Упс. Вчера пришлось все бросить по той простой причине, что прям не вижу оттенков в темноте. Глазки мои забунтовали, представляете? И пришлось бросить работать и идти заниматься другими делами. Не всегда я каждую строчку отправляю под утюг. Если возможно, делаю строчку на строчке. А потом уже иду и строчу. Не могу понять, нравится мне, что получается, или не нравится. Пока еще я не поняла. Не хочу большие делать. Полосы широкие не хочу делать. Ну что-то или толстовато получается. Но еще, конечно, утюг будет в помощь. Это понятное дело. Мусора от джинсов. Получается, конечно, красота неимоверная, когда уже готова. Но мусора. Запаситесь пылесосом, который будет стоять поближе рядом с вами. Чтобы... Какой-то странный комментарий сегодня получила. Под видео, там где я сделала поясок на штору из остатка пиццы. В начале видео идет заставка в развернутом виде на столе. В конце тоже идет заставка, в конце видео такая же, чтобы рассмотреть. Ничего не поняла. Или люди просто так от фонаря пишут. Ничего не понимаю. Не хотите написать приятный комментарий? Ну, я же не претендую. Но писать от фонаря, что-то я не поняла. Или люди со средины смотреть начинают. И вот сижу и думаю. То ли сани не едут, то ли я много веса набрала, и они меня не везут. В общем-то, как-то так, понимаете? Зачем? Почему? Просто так
Вообще смысла никакого. Это как я бывает, вы знаете, в такси сажусь. Села и сижу. Он уже поехал, от подъезда отъехал. И это у меня регулярно, регулярно. Там говорят, ну, уже я выехал напрямую, уже куда, вы же адрес называете. А я думаю, ну, едет же. Я говорю, ой, так как, ну, конечно, выехать-то от подъезда с горы. У нас дом на горе. От подъезда-то с горы, говорит, я знаю адрес выехать. А дальше куда мы едем? О, боже, ну, я знаю, понимаешь, везите меня. Или от клиентов, когда еду. Ну, я же домой еду, я же знаю, что я еду домой, зачем мне адрес называть, понимаете? Так и здесь. Написали что-то, написали, а нельзя ли на столе? Что на столе? А можно показать на столе без рукоделия? Ничего не поняла. У меня как будто бы так достаточно рукодельный такой канал, понимаете? И вдруг что-то там на столе без рукоделия. Меня на столе или... Или изделия на столе. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, я так сфантазировала одно сшить. Теперь у меня что-то получается. То, что я сфантазировала, не получается. Вот я думаю. Переделывать-то я точно не буду. Переделывать-то я точно не буду. А вот выкинуть, что ли? Тогда и видео не будет. Тогда и видео не будет, если я выброшу. Это у меня совсем два кулька мусора. Думаю, ладно, не буду выбрасывать джинс. Какие-то там идеи мелькнули в голове. Я, честно говоря, уже и не помню, какие. А потом нечаянно нашла. Ну, что-то совсем другое я хотела. Куда-то эти кусочки, интересно. Хотела куда-то раскладывать, настрачивать. И теперь вот видите, тут короткий, о, вот этот же хороший, видите какой, отлично. Там у меня уже завтрак, обед готов. Я время от времени нарушаю свое правильное питание неправильным употреблением пищи по времени. Не тем временем, как сказать. Получается, конечно, симпатично. Сейчас я дострочу все четыре и пойду разутюживать. Тынь-тынь-тынь. Ну все, я дошила последнюю. Вот я ее пристрочила, отворачиваю. Сейчас я все это вырезаю, обрезаю, соединяю и показываю. Мы увлеклись кормежками, гуляшками, шитьем и все этапы пропустили. Ну, сложного ничего нет, поэтому показываю. Сделала я две своих подставки под горячее. Крейзи розы джинсовые. Ну, это немного я намечала, где строчить, поэтому... Это мелок еще вытрется. И край я не стала обрабатывать. Я застрочила его. Обработала. Видите, соединила. Соединила просто строчка. А это ровненько. Внутри здесь диски. Внутри я поставила диски. Такие они двухсторонние. Ну, не знаю. Из джинса, конечно, получаются интересные вещички. Ну, работать с ним, как сказать, слегка хлопотно и очень мусорно. Это я точно скажу. И я куда-то прибрала такую штучку, которой краешки распушить. И вот не знаю, как я теперь буду пушить. Нужно ее найти, она где-то спрятана. Я очень умею хорошо уборку делать и прятать. Моя девочка, она хочет, чтобы я ее ручками держала и нервничает, что я что-то другое держу.
Так вот, я не знаю, если я найду, не найду, показываю, какие есть. Если я найду и смогу их распушистить, я хочу эти краешки распушистить все-таки. И я тогда покажу, что еще я хотела сказать. Ой, мусора развела из-за двух вот этих кружочечков, мусора развела. Я не знаю, как я буду все это убирать. Я два пакета уже, один пакет мусора я просто выбросила. Я не собираю весь мусор подряд, я уже говорила, я красивые лоскутики, кусочечки собираю. А совсем мусорник я не собираю. Огромный пакет джинсов вынесла на балкон. Благо, балкон у меня огромный, живу я одна, и я могу завалить его до потолка. Правда, там еще можно находиться. Там можно ставить машинку, там можно шить. Там хорошо, там можно еще даже кровать поставить, раскладушку. Но все равно я его потихоньку захламляю. Что еще? Еще огромный пакет шифонов и шелков нужно вынести. Ой, ну я не знаю, гляньте на эту собаку. Это она меня, потому как очень поздно, и она обычно в 7 часов уходит спать, часов до 10, до начала 11. Потом она приходит и начинает требовать меня в постель. Приходит и начинает требовать меня в постель. За что ты меня так любишь? Вот ответь мне, пожалуйста, за что? Она готова сидеть вот так вот, просто не отлипая от меня. Все, сидит так еще. Фу, не надо, лакуся. Ну, у тебя такой рот слюнявый. Слюней хватит на всех умываться. Воду можно отключать. Все, всем спокойной ночи. Всех люблю, целую, обнимаю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Заходите к нам в гости, приглашайте своих друзей. Делитесь в соцсетях. Мы вас любим, обожаем и уважаем. И приглашаем к нам еще.